Всем привет! Продолжаем проходить игру. Попробуем справиться с боссом Эндом. Сейчас пойдем с ним. На него, точнее, пойдем. Нужен, конечно, напарник для этого. Я попробую один как-нибудь одолеть его. Так. Надо сразу. Сюда. Так, быстрее юзаем. Отлично. Тоник.
получится, не тот получился. Прям ко мне идет, охренеть. Прыгай. Отлично. Патрон хочет, блин. Давай. Еще капельку офигит, я выйду походу. Да ладно, я его прошел, обалдеть. Блин, я, короче, прям не верю. Заражение, чтобы заражение, так это горение, вот это вот заражение, тоник, а тоник принять, все, так, мне там что вообще дали-то, спор. Так, и талант еще. Быстрые руки. Повышает скорость перезарядки. Круто. Прокачаем, значит. Я честно скажу, блин, я пытался долго, блин, много раз его завалить, у меня вообще не получалось. Этого босса завалить, наконец. Короче, я хочу сменить пистолет, попробовать. А вот этот револьвер. Так. Сейчас мы еще купим железо у нее, если есть. Это огромное чудовище в городе. Здорово ты его. О, все коряки уже знают. Все равно везде. Но этот был настоящей проблемой. О, кованое железо. Купить. Купить. Береги себя. Теперь оружие сейчас будем улучшать. Фига, у меня даже прицел какой-то другой. А, Энт уничтожен. Здоровая коряга. Ну, давай глянем. Че это такое? Какое-то оружие новое. Урон 160, выстрелов 2, обойма 1. Выпускает очередь разрывных пуль.
Наверное, всё, я пока не буду его покупать. А, рад тебя видеть. Что тебе нужно? Так, давай-ка. Обойма 6 выстрелов, 1,4, да? Так, броню. Урон 100, офигеть, блин. Так, по броне что еще можно прокачать? Вот этот. Нет, вот этот. Ну и все. В принципе, все. Пока. Иди уже. А. Наверное, к матери надо подойти. Она же просила уничтожить этого дерево, вот это. Сейчас подойдем к ней. Вестник снова здесь. Удалось добыть для меня корни. Понятно. До встречи. Значит, нет. Ну ладно. Выходим на локацию тогда. Интересно, я могу, да, поменять потом пистолет? Так, хоп. Сменить. Пуль у него мало, у этого пистолета, конечно. 24 всего лишь. Оба-на. Что такое? Там можно зайти? Юбер какой-то подконнектился. Так. О, поговорить с хранителем. Сейчас, походу, будем разговаривать с ним. Трещины в стенах растут, окружают меня. Человек, ядро сгнило, корень заражает все. Зачем ты отвлекаешь хранителей? Неважно. Шансы успеха ничтожны. Стражи уничтожены. Пожиратель на свободе. Лабиринт рушится. Я могу лишь сдерживать эту силу. С другой стороны, у тебя может получиться. Хорошо. Входи и ищи. В лабиринте есть все пути и бесчисленные возможности. Если твой путь существует, он внутри. Но, как бы там ни было, это все, чем я могу помочь. Если я вмешаюсь, твое дело будет обречено на провал. Так, какой-то лабиринт.
Найти командира Форда в лабиринте. Охренеть. Прикольно. Талант какой-то еще появился у меня. Дар хранителя повышает сопротивление стихийному урону эффектам, а также скорость зарядки модификации модификаторов. Прикольно. Так. Чё, погнали. Фига он какой обросший там. Ваша милость, я не ждала. Вы не он. И все же вы открыли врата. Существо, равное Нуи? Верно. Простите мое замешательство. Вы почтили своим присутствием пески восточного ветра. Вы благословили нас своим присутствием. Таких, как и вы, нет в этом мире, ваше бесподобие. Я таких никогда не видела. Не знаю никого с таким именем. Есть тот, кто может знать, но... Он не из тех, кто делится информацией. Разве что с другим Нуи. Конечно, конечно. Простите мне мои сомнения. Его зовут Эзлон, бессмертный король. Он будет рад встретить достойного соперника. Он правит из цитадели в каньонах за вратами Черного Солнца. Врата закрыты с незапамятных времен, но вы найдете путь, ваша настойчивость. Как и все Акари, я жажду возвращения стражи и возрождения планеты, ваша проницательность. Для меня будет честью помочь вам найти Нуи, выжившего после гибели стража. Нет, со времен стража был лишь один. Ваше появление... Удивительно, знаменательно. Доброго вам пути, ваше святейшество. Окей. Это контрольная точка. Все, пожалуй, на этом все. Всем спасибо, кто досмотрел.
и смотрел.